В списке адресов разные микрорайоны города. В каждом замечены бездомные животные. Всего с начала этого года от жителей поступило уже 143 жалобы. Уссурийцев в основном беспокоят бродячие собаки. Стартовала работа по отлову четвероногих. Но до выезда специалистов с сетями необходимо удостовериться, действительно ли по заявленным адресам животные досаждают жителям. Собака должна жить дома и охранять дом. Или, во всяком случае, в квартире, чтобы было, как говорится, приятно с ней общаться. А на улице не люблю, извини. А что же с ними делать, если хозяева их выбросили на улицу? Как вы думаете? Хозяев надо по ответственности привлекать. Берешь собаку, берешь кошку, будь добр, ухаживай за ней. Практически ежедневно в администрацию поступают звонки от жителей железнодорожной Слободы. Улица Русская, Воровского, проспект Блюхера. В этом периметре замечены 4 пса. Пока животные агрессию не проявляют, говорят местные жители. Но встреча, например, ребенка с большой собакой может закончиться плачевно. Мы здесь раз в неделю бываем, как бы видели собак. Не скажу, что они прям мешают прогулки, но гуляют и гуляют. Если они как бы с хозяевами в наморднике и поводком, то можно. А если, конечно, без призора, зорные собаки, то не хотелось бы. Переживаешь, все равно вдруг подойдут или еще что-то. Ежегодно на улицах Уссурийска отлавливают бродячих животных. Наш город едва ли не единственный в крае, где проводится такая работа. На поимку, лечение и содержание одного четвероногого государством выделяется 7779 рублей. Собак и кошек отправляют в приют, где впоследствии пытаются устроить в семьи. До конца этого года в планах отловить около 400 животных. Краевые деньги, на основании которых заключен контракт муниципальный. Запланировано, краевым законом запланирован отлов 390 голов. Это сумма порядка 2 300 000. Вот контракт заключен, подрядчик приступил к работе. В ближайшее время отловщики посетят железнодорожную Слободу, район 5-6 километров Междуречья и ряд сельских территорий, откуда больше всего поступает обращений, и где специалистами управления благоустройства обнаружены животные. Заявки принимают по телефону 32 44 55. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс.